Более 80 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в ходе совместной операции УМВД и УФСБ. На прилавки не попало более 100 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости. Задержано несколько фур с готовой продукцией и сырьем для производства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Всего сотрудники МВД и ФСБ обнаружили два цеха по производству суррогатного алкоголя. Там же силовики нашли 150 тысяч пустых бутылок, рулоны с поддельными акцизными марками, а также пробки и этикетки с маркировкой известных производителей алкогольной продукции. Оба производства располагались в корпусах бывших производственных баз. Там же обнаружено 19 емкостей объемом от 5 до 16 тонн, частично или полностью заполненных спиртосодержащей жидкостью. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.